Привет! Всем спасибо, что вы с нами на нашем канале. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планирует наказать блогера и дизайнера Артемия Лебедева рублем за поруганную честь. Мизулина подаст иск в суд в связи с выходом интервью Лебедева журналисту Юрию Дудю, который внесен Минюстом Российской Федерации в список иноагентов. В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера Лебедева, а также иностранного агента Дудя. Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Средства будут направлены на помощь семьям участников СВО, написала Мизулина в телеграм-канале. В интервью иноагенту, сын писательницы и телеведущей Татьяны Толстой, Лебедев нецензурно выразился о деятельности Мизулиной. Он назвал ее деятельность инфотерроризмом. Екатерина задалась вопросом, как это вообще понимать, и заявила, что в годы Великой Отечественной войны интервью власовцам расценили бы как измену. Лебедев в разговоре с Дудем назвал деятельность Мизулиной вредной для России и заявил, что государство должно бороться с такими людьми. Он считает, что Лига безопасного интернета бесполезна. Используя матерное слово, созвучное с фамилией Мизулиной, дизайнер критиковал турбопатриотов в белом пальто. Лебедев не уточнил, правда, зачем он придумал фамилию Пиздулина. Однако на вопрос Дудя об отношении к Мизулиной Лебедев признался, что оно отрицательное. А ее лигу он считает заменим это слово херней на палке. По его словам, православный шариатский патруль не должен указывать остальным, как себя вести и какие песни петь. У нее нет никакой должности. Я тоже могу сказать, что у меня лига налепленных пельменей и пойти рассказывать, как надо себя вести. Возмутился Лебедев. Они считают, что они должны сказать, как себя вести. Что они такие моральные камертоны, люди в белом пальто. Они берут власть в свои руки. Они такой православный патруль, который будет всем остальным указывать, где можно пить пиво, как себя нужно вести, какие песни петь. Это собирательный образ таких вот людей. Я считаю, что они, заменим это слово, чокнутые. У них какие-то психические проблемы, заявил Лебедев в интервью Дудю. Но, видимо, считая себя абсолютно здоровым. Отметим, Лебедев, рассказывая, что Мизулина, мол, никто и ничего не решает, но при этом почему-то проявляет явное раздражение и злость. Но если она ничего не решает, то зачем злиться-то? Можно снисходительно ухмыляться или тонко стебать, игнорировать в конце концов. Но нет, надо оскорблять и грязью закидать. Россияне тоже молчать не стали и прокомментировали эту новость. Вот что Зеленка животворящая на башке делает. Лебедев напоминает по манере поведения Губерниева. Из его рта исходят фекалии. И вот смотрю и не могу понять, но вроде умный. А на выходе дермецом сифонит. Правильно делает Мизулина, надо на место поставить этого разукрашенного. Блин, цирк уехал, а клоуны остались. Пожалуйста, перезагрузите этот мир, его уже не спасти. Два клоуна столкнулись. Лебедев палку-то перегибает. Так он же сам инфотеррорист и отпугивает людей от России, высказываются россияне.